СМИ. Суррогатную мать детей Филиппа Киркорова заметили на немецком подпольном аукционе. К ней становится в очередь. Филипп Киркоров пока официально не раскрывал личности матери его детей. Но сеть оживилась, когда стала известна любопытная информация касательно этой женщины. Российский певец Филипп Киркоров очень мало говорит о личной жизни. Он не дает детальной информации про своих детей. Певец молчал, даже когда об этом говорили все СМИ. До сих пор остается загадкой, кем является суррогатная мать Аллы Виктории и Мартина Кристина. Филипп Киркоров всегда говорил, что он суеверный человек, поэтому просто боится называть имя женщины. Однако недавно в сети появилась пока не подтвержденная информация, что суррогатная мать детей объявилась в Германии. И там на аукционе выбирала себе нового клиента, для кого бы согласилась вынашивать ребенка. Также отметим, что в Германии суррогатное материнство карается законом, поэтому такие процедуры в этой стране могут быть только подпольными. Возможно, что после того, как женщина начала сотрудничать со звездами, то возможно, что у нее появилась возможность выбирать кандидатов и ставить свои условия.